Всем огромный привет, дорогие друзья! У нас сегодня с вами видео из рубрики «Истории жизни» про сайты знакомств, про отношения, про РСП, про РСА, вот, в общем, психология отношений, про все про это. Кому интересен данный контент, не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропускать новые видео. Также заглядывайте в плейлисты «Истории жизни», чтобы посмотреть предыдущие реальные истории жизни. Вы тоже можете писать собственные истории. Кто хочет, просто в комментариях это люди делают. Кто хочет, чтобы это было анонимно, в разделе «О канале» есть ссылка на мою соцсеть. Будем обсуждать ваши ситуации, ситуации ваших знакомых, истории и все в этом духе. Либо просто какая-то тема может быть вам интересна, можете тоже подкинуть как вариант, мы можем это обсудить. Но лучше, конечно, все-таки какие-то реальные истории, чтобы, ну, было о чем поговорить. Вот реальные люди вот проживают какую-то свою историю. Канал у меня, в принципе, влоговый, это просто рубрика на канале, вот две рубрики «Истории жизни» и «Покупки Wildberries». То есть, кому интересен другой контент, там, «Покупки Wildberries», влоги, например, да, где я дозированно показываю мужа, детей, как бы, да, свою жизнь частично, какие-то покупки, тоже можете все это смотреть у меня на канале. Кстати, видео сегодня будет история, и, конечно же, я пройдусь по комментариям, потому что комментарии бывают иной раз такие лицемерные, знаете, вот двойные стандарты. Поэтому сегодня будет про все про это. Итак, собственно, история. Женщина. Ну, женщина уже в возрасте, есть за 60, ближе к 70, но важный такой момент, выглядит она гораздо моложе своих лет, хорошо выглядит, ну, вкладывает в себя деньги, очень себя любит, но при этом любит выпить. Как ни странно, даже несмотря на то, что любит выпить, хорошо сохранилась. Значит, она на пенсии, она работает, очень хорошо зарабатывает. Я не буду, конечно, говорить, где именно она работает, но зарплата у нее, вау, просто шикарная. А значит, вкладывает в себя деньги, ездит везде, если есть возможность, пьет, ест, одевается, покупает украшения, там, золото, бриллианты, да-да-да. Именно все это. И у нее есть взрослый сын, не женатый. А, значит, сыну 30 плюс, ближе даже, наверное, где-то к 40, ну, где-то, ну, после 35, 35 плюс сыну. Так, он не работает, женат не был, детей нет, алиментов нет, соответственно, живет, понимаете ли, на деньги матери. Он работал когда-то, пошел там на стройку строителем, что-то такое. У него случилась какая-то травма, и после этого он сказал, да ну нафиг, я больше работать не буду. И сидит полностью на шее матери. Что касается матери, значит, она овдовела очень рано, там 30 плюс она стала вдовой. Знаете, сейчас многие могут написать, а вот довела мужа, не довела. Там какая-то такая ситуация, что в пьяной драке его там пырнули, там, и он, ну, короче, после этого умер, да, то есть она здесь вообще ни при чем, вообще, ни разу, да, стечение обстоятельств. И, естественно, у нее, она ему изменяла даже во время того, как была в браке и после брака, ну, в общем, водила мужиков к себе домой, причем она как бы не ставила цель там выйти замуж, у нее стала цель гульнуть, как бы, да, значит, у нее деньги всегда были. Сначала там сбережения мужа остались, да, много, я так поняла. И как бы зарплата хорошая, сейчас еще и пенсия, ну, в общем, как бы, да. И поэтому по поводу денег она как-то не парилась. Вот деньги к ней всю жизнь шли, поэтому она просто гуляла, тусила. Причем, я говорю, меняла этих мужиков как перчатки. И самое ужасное, что наводила всех к себе домой, вот к этому вот сыночке, который вырос сейчас, взрослый мужик, и что он делает? Ненавидит женщин. Естественно, он их ненавидит. И, наверное, скорее всего, это один из тех, кто сидит вот на каких-то там каналах, да, где вот слово такое РСП, ну, вы знаете все, да, я тоже узнала об этом на просторах интернета, РСП, РСПА, тьфу, РСА, РСП – разведенка с прицепом, а РСА – разведенщик с элементами, да. Его бомбит от этой темы, и он, видимо, из тех, кто написывает комментарии. РСП, дно, бла-бла-бла, там такая сика, розетка, да? Совершенно не разбираясь в ситуации, потому что все люди разные, ситуации разные, все абсолютно индивидуально. Но у него психологическая травма благодаря мамочке. Да, вот она вот так себя вела, ужасно себя вела, вопросов нет, отвратительно. То есть она сыну перелопатила всю психику, она абсолютно не задумывалась о последствиях, что жизнь его вырастет. А что выросло, то выросло. Поэтому я предполагаю, вот те мужчины, которые пишут РСП, ну, РСП, там такая щека, розетка, даже вот, давайте так, вот приведу такую вот, ну, историю, предыдущую я рассказывала, когда женщина хорошая, работящая, работающая, с квартиры собственной, да, то есть одни плюсы, просто она вот разведена, ну, так случилось по жизни, значит, у нее есть ребенок, и она сошлась жить с больным алкашом, да, то есть там диабет, алкоголизм и агрессия, и все на нее накинулись просто потому, что она мать,
да? То есть то, что это просто какой-то там, ну, Кончита, давайте так будем говорить уже откровенно на этого мужика, он хороший. Неважно, что он подбухивает, что он проявляет какую-то агрессию, да? Кстати, когда она сходила из жизни, она об этом не знала, но это чуть позже, да? То есть, в принципе, что это он, значит, он хороший. То, что это она, и она мать, значит, она плохая. Давайте так, мне очень многие женщины отписались вот в комментариях там с жалобами, с претензиями, что что вы допускаете у себя на канале, что это за обсёр такое идет, да, вы что-то деграданты какие-то, умственно отсталые, которые пишут подобные комментарии, блокируйте их. И вы знаете, да, я переблокировала очень многих постоянных своих зрителей, потому что, ну, говорят женщины, мы не можем писать комментарии, мы боимся вот этой агрессии, зачем это надо? Я подумала, и то правда, да, то есть я понимаю, когда что-то объективное, когда вот, ну, как бы по факту аргументированно пишут комментарии, когда тупо говоришь, что он больной алкаш, он хороший, потому что у него там между ног там, ну да, давайте так, по половому признаку, а она плохая, потому что она мать. Но может быть, это все идет из вашего детства, те, которые пишут подобные комментарии. Может быть, как в этой истории у вас такая же была гулящая мать РСП, которая действительно водила всех мужиков домой. Естественно, вы росли без папы. Видимо, у вас детская психологическая травма, и вы отрываетесь, выплескиваете свою злобу, желчь вот просто на таких каналах. Я такие комментарии буду блокировать сразу. Не читая вот эти вот простыни, которые там пишут, да, сразу в блок и в бан, потому что действительно отпугивают такие комментарии нормальных людей. Очень хочется читать какие-то аргументированные комментарии, да, нормальных людей, адекватных, которые, ну, как бы разбираются в конкретной ситуации, а не просто огульно пишут там «баба плохая, потому что она стала матерью», ну это же маразм чистой воды. Немножечко вернемся к этой истории. Значит, что у них сейчас происходит? Мама, конечно, запустила сыночку своего, ну, маме тоже годов, извините меня, она же не вечная. Я понимаю, что умереть может первый там и сын, может быть и мама, может ребенок, может родитель. Это никто не знает, кто сколько проживет. Но объективно, по возрасту, да, понятное дело, что он останется один, без работы, без маминых денег. То есть не будет ни ее пенсии, ни ее зарплаты, но, может быть, там есть сбережения. Но учитывая, как она их тратит, вбухивает в себя, там, наверное, ничего нет. Там, наверное, проживается абсолютно все. Но она как бы убегает от проблем, от себя, так, от сына своего, от этих отношений таких, да, ну, как сейчас принято говорить, абьюзивных. Она бежит из дома, она старается там вообще не находиться. Квартира хорошая, трехкомнатная, да, все хорошо, с ремонтом, но ей там плохо, она убегает. Кто в этом виноват? Сама виновата. Детей надо воспитывать, детям надо подавать хороший пример, с ними надо разговаривать. Это искать в дом залетных мужиков одноразовых просто ради гульни, ну извините меня, да, вот такие вот женщины тоже бывают. Он в свою очередь там ей хамит, грубит, посылает, но требует новую курточку, хорошую там кровать, дорогой компьютер, не гнушается мамиными деньгами, не хочет от нее оторваться, пойти заработать эти деньги, да. Он такой вот сыночка, она с ним не разговаривает, она оказывает ему медвежью услугу, ну, как говорится, и сам дурак, да. Вот такая вот ситуация, оба хороши. Вот. И он тоже старается как-то уйти из дома, там у него какая-то есть пара семейных друзей, он пытается с ними проводить вот это вот время, да, то есть когда мама дома, мама старается опять же уйти, ну, в общем, живут ужасно. Я говорю, виновата в этом, конечно же, изначально мать, да, то есть она его таким сделала, она покалечила его психику. Осознает он это? Я не знаю. Ну, вот он, видимо, такой вот выливает тоже в интернете вот эту вот свою агрессию. Дальше. Давайте вернемся теперь к двойным стандартам. Это так вот история, можете тоже писать свои комментарии, хотя что тут писать, да? Тут и так все понятно. Как тут быть, я не знаю. Ну, хорошо бы ему, конечно, пойти устроиться на работу, но у него такие комплексы, особенно когда он получил вот эту травму на работе, он сказал, нет, я работать не буду, как бы, да? То есть, ну, не знаю, тупиковая на самом деле ситуация. Давайте так, тупиковая, бывает и такое. Вот. По поводу предыдущей истории. Где я? Рассказываю объективно, что, кстати, мы вот пообщались с моей приятельницей с одной и пообщались вот с этой девушкой, ну, женщиной. Кстати, давайте еще на минуточку немножко мысли скачу, потому что все хочется вывалить и как-то получается так, может быть, где-то даже сумбурно. Кто-то мне написал, вы там называете девочка, девушка, то поймите, вы там, есть там девушка эта, которая там не рожала, там женщина, которая рожала, остальные там все бабы, что-то такое. Давайте так, мы не будем углубляться в эти подробности, что такое мужчина, мужик и так далее. Да, то есть, естественно, я не буду говорить баба то, баба сё, либо женщина. Неважно, рожала и не рожала, мы не углубляемся в подробности, мы общаемся, по крайней мере, стараемся общаться дружелюбно, да? То есть, может быть, ей неприятно, поверьте мне, даже если женщине 60 лет, ну, 60, ладно, это я загнула, конечно, даже если ей 50 лет, она прекрасно выглядит, ну, я образно говорю, 50, да, и к ней обращается женщина, ей это не нравится,
И ей это неприятно. Ей гораздо приятнее слышать, когда про нее говорят «девушка». Поэтому, конечно же, в своих видео я буду говорить именно так. «Девушка, девочка». Потому что женщинам, девочкам, девушкам, это гораздо приятнее, да, вот, слышать такое обращение. Правильно, иди отсюда, не надо сюда идти. Вот. Именно поэтому. Да, и мне так комфортнее. Поэтому вот эти замечания тоже оставьте при себе. Это не сюда, не по адресу обращайтесь. Так вот, пообщалась я, значит, с этой вот героиней предыдущей истории. Она почитала комментарий, обалдела. Говорит, сколько злобы людской, да, ну, как бы ситуация абсолютно ясная, вкратце. Значит, она познакомилась с парнем, она разведена, почему развелись, неизвестно. Может, он виноват, может, она виновата, может, просто разные люди не должны были изначально сходиться по ошибке, сошлись, развелись, это не важно. Ну, в общем, у нее есть ребенок от первого брака, она познакомилась на сайте знаком с парнем, который никогда не был, не состоял, ну, в плане алиментов и жены. Сошлись с ним жить, он на 5 лет ее младше, у нее квартира, у него машина. Он во время встречалок, говорит, был вообще другой, вообще. Она, во-первых, не знала, что у него диабет. Извините меня, это немаловажный факт. Давайте немножечко здесь остановимся. Она говорит, если бы я знала, я бы с диабетиком не стала садиться жить, потому что я хочу еще родить второго ребенка, я же не буду от больного рожать. Нет, конечно. Это ее желание, она имеет право, алло, извините. Почему она должна хотеть за кем-то там ухаживать? Дальше, я понимаю, что если... Сходятся люди, начинают жить вместе. Потом в процессе совместной жизни оказывается, он либо она чем-то заболеет. Это другое, это абсолютно другое. Они уже близкие люди. Они, конечно, должны друг другу помогать там, и быть вместе до конца. Это близкие, родные люди, любящие друг друга. Но когда вы знакомитесь с кем-то, давайте так, на сайте знакомств. Вы хотите познакомиться с больным инвалидом? Нет. Это работает в обе стороны, как к мужчинам обращение, так и к женщинам. Естественно, нет. Поэтому о таких вещах надо говорить сразу. Это будет, по крайней мере, честно. Он ей не сказал, что он болен диабетом. Она узнала об этом, когда они сошлись жить вместе. Дальше. Он ей не сказал, что он алкаш, что пятница и суббота – это надо бухать. А что еще делать? И бухал, и становился агрессивным. Дальше. Он не сказал, что его папа любит с ним бухать, потому что он уже постарел. Маму он ни в грош не ставит. Все любовницы отвалились. И сына дорогая стала для него просто корешем таким, с которым можно бухнуть, за жизнь поговорить и так далее. Стал уводить папа сына из семьи. Это вот история такая, да, предыдущая. И мужчины все, вот, ну, женщина, конечно, хороший, адекватный комментарий, ну, ясен пень, тут все понятно, да, что выгнала его из дома. Кстати, она его уже выгнала. Мы с ней, говорю, пообщались, она его уже выгнала, говорит, какое это счастье, да. И все пишут, правильно, так и надо, типа, в семье мужчина главный, что хочет, то и делает. Там, типа, об женщину ноги вытирает, она на минуточку имеет свою квартиру, работу. Все там по дому делает, убирает, готовит. Вы что, вообще ку-ку? Да? А там папа главный, типа папа маму ни в грош не ставит, всю жизнь ей изменял, деньги там не давал, делал, что хотел. Она всю жизнь на семью горбатится, там, на мужа, на детей, на внуков работает, все здоровье растеряла, выглядит вообще жесть как, да? Это нормально, да, вот мне пишут. Потому что женщина должна уважать мужчину. Так и мужчина должен уважать женщину. Это работает вот так вот, а не то, что... Женщина, обслуживающий персонал. Мы не в средневековье живем, 21 век, ребятушки, на дворе, на минуточку. Сейчас женщины некоторые побольше мужиков зарабатывают, и квартиры, и машины имеют, и так далее, и тому подобное. Поэтому вот эту вот бодягу оставьте где-то там, да? Вот опять это какие-то такие стереотипы тупые. Женщины бывают разные, мужчины бывают разные. Все абсолютно по-разному. Опять же, что значит уважать? За что? За то, что по половому признаку? Но извините, уважение надо заслужить. Опять же, это работает в обе стороны. Но это какие-то такие очевидные вещи. А вот эти вот писаки, которые такое пишут, я не знаю вообще, откуда они это берут. Так вот, плавно переходим к теме двойных стандартов. Вот эту тему мы обсудили тоже с моей приятельницей уже, ну, с другой, да. Это просто была, ну, автор истории, да, который мне, ну, написал историю, почитал комментарии и, опять же, про комментарии поговорили. А это уже моя приятельница, с которой мы постоянно общаемся. Ее историю я, кстати, тоже здесь рассказывала на канале. И статью на Дзене даже писала тоже. Можете, кстати, кому интересно, зайти ко мне на Дзен, почитать эту статью. Тоже там много комментариев. Вот. Про сайты знакомств, про нее. Как она там знакомится. Так вот, про эти двойные стандарты. Пишут мне люди. Опять же, раз женщина разведена, она такая сякая, розе такая. Давайте так, а что за лицемерие? А вы про своих матерей и дочерей тоже будете так писать? Один мне там все пишет. Женщина должна уважать мужчину, потому что он мужчина. Неважно, что он там бьет, пьет, ну, грубо говоря. Она должна, а она там типа разведена, она такая уже сякая, что она стала матерью. А этого мужчины я знаю дочь. Я не хотела его блокировать до последнего. Я терпела, терпела, писала, писала, писала. Я все отвечала, отвечала, отвечала. Потом думаю, да иди ты куда подальше, да? Вот мы обсудили это с моей приятельницей. И как бы...
двойные стандарты. Не переношу вот это ханжество и лицемерие. Вот не переношу. А у него дочка, подросток. Ну, естественно, он не живет, и с женой, там, по-моему, женат никогда не был. И, значит, я им, вот, ну, как бы, да, вот перенос на себя, если вот он делает. То есть чужие женщины плохие априори, потому что это женщины. А дочка твоя что хорошая? Вот представьте такую ситуацию. Мужчина, который пишет подобные комментарии. Ваша дочь выходит замуж. Ее бросают, предают. Она остается одна с ребенком. Должна одна растить этого ребенка. Естественно, она живая, она хочет еще устроить свою личную жизнь. Ваша дочь, я сейчас вот, да, вот сделать такой небольшой перенос. Хочет выйти замуж, там, родить второго ребенка. Ну, как правило, бывает такое, да, либо просто вот быть счастливой хочет. Имеет право такое хотеть? Естественно, естественно. А встречает какого-то там такого вот нехорошего человека, скажем так, хочется, конечно, по-другому говорить, но тем не менее, который ее не уважает, об нее ноги вытирает, там, бьет, пьет, там, ее ребенка вот этого вот. И вы будете считать, что ваша дочь рождена для того, чтобы терпеть, чтобы быть терпилой, должна его уважать просто потому, что это он? Вы такое желаете своему ребенку? Я думаю, нет. Так а почему вы смеете такое говорить про чужих женщин? Или ваша мама, да, давайте там перейдем на другой там уровень, тоже была разведена, она развелась с вашим папой, выросли без отца. Ваша мама хорошая или тоже такая нехорошая РСПшка? Я говорю, что за двойные стандарты? Почему вы смеете такое писать в адрес чужих женщин? А почему вы не трогаете своих дочерей и матерей? Напишите это в адрес своей дочери либо своей матери, что она такая РСПшка, такая нехорошая, она обязана терпеть любого мужика, который будет об нее ноги вытирать, потому что она никто, она ничто, да? Как так? Так вы же родили дочь, а не сына. Ну, придется тоже нести этот крест до конца. Или что? Или это такое лицемерие, такие двойные стандарты? Я говорю, чужих женщин вы имеете право оскорблять, а своих нет. Нет, дорогие мои, это так не работает. Это работает на самом деле во все стороны. Когда вы это поймете, наверное, вы перестанете так относиться к чужим женщинам. Или все-таки нет? Но тогда это лицемерие, извините, с вами просто неинтересно. Ну, в общем-то, я все сказала, что хотела. Пишите свои комментарии тактичные, дипломатичные, если вы, в принципе, хотите их писать. Иначе не читая в блог и в бан. Вот эта вот грязь и вот эта тупость мне не нужна. Это просто неинтересно. Это отпугивает других комментаторов, других авторов истории, которые хотели бы тоже излить свою душу, поговорить о чем-то своем наболевшем. Да, им было бы интересно. Но вот это вот оскорбление никто не будет читать. Естественно, больше на канале этого не будет. Повторяю, комментарии тактичные и дипломатичные. Чужих женщин не оскорбляйте. Помните о том, что у вас есть дочери и у вас есть матери. Перенесите свои оскорбления на них, и вы подумаете, что это все-таки нехорошо. Еще раз всем огромное спасибо, кто досмотрел это видео до конца, хотя я не говорила в этот раз. Ну ладно, говорю. Пишите свои истории, пишите свои комментарии. В разделе о канале ссылка на мою соцсеть, если не хотите писать, или хотите, ну, в комментариях, если хотите, чтобы это было полностью анонимно. И, конечно же, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые истории, новые видео. Заглядывайте в плейлисты истории жизни, чтобы посмотреть предыдущие видео. Всем спасибо еще раз теперь за просмотр. До новых встреч. Пока.